Друзья, всем привет! Это Маргарита, вы на канале «Наш любимый питомник». Сегодня у нас опять путешествие к ветеринарному врачу, но в этот раз по более позитивному поводу. Мы едем нашему Марсику делать первую вакцинацию, ставить чип и будем получать голландский паспорт. Надеюсь, мне разрешат снимать в ветеринарной клинике. Все вам покажу. Наша совладелица уже едет тоже в клинику, мы там с ней встречаемся. Сейчас вам покажу Марсика, как он подрос, какой он стал красивый, и покажу вам, как это выглядит в ветеринарной клинике в Голландии. Ну вот, друзья, мы уже подъехали. Я приехала чуть пораньше в ветеринарную клинику, и сейчас наша совладелица приедет с Марсиком уже. Ждем ее, сидим. Забрала его шибко, но не знаю, что она там. Гамалютенькеку. Какой сличковый есть, да? Да, как еще будешь, первый раз будешь ждать такого. Вход у нас в ветеринарную клинику происходит через магазин, зоомагазин. Там, кстати, тоже покупаем много разных товаров, очень большой выбор и цены низкие. Если сравнивать с другими зоомагазинами, вот здесь всякие штучки, грызалки. Мы тоже покупаем куриные лапки, корма здесь лежат. Чего здесь только нет, и игрушечки, и для других животных, такие как курицы, кролики, здесь много всего. Здесь отдел для щенков. Нужно пройти прямо через весь магазин. И вдалеке, в самом дальнем конце, будет вот такая вот вход в ветеринарную клинику. Вот мы уже в ветеринарной клинике. Марсик на руках у нашей совладелицы. Ждем, пока нас примут. Хоть какой хорошенький. Марсик! Да! Совсем ничего еще не боится, потому что он первый раз у ветеринара. Он еще пока что не знает, что это такое. Да, скажи, сейчас уже пойдем к ветеринару. Уже сходим. Еще чуть-чуть осталось. Yeah. Du kommst. Und so hat es mit bitte. Ja, auch gut. Ja. Ja. Und lassen ist gut. Wird auf sein. Ja. Ja, alles. Ja, alles, ja. Hij is ook de enige uit de nest, dus hij is wat groter. Oké, ja. Hij had alle de moedersmelk die hij nodig had. Ja. Mag ze alles zuigen, alles zelf doen. Nou, dat is mooi. De andere was helaas overleden een paar dagen. Ja. Na een paar dagen? Ja, in principe ja, de volgende ochtend was het. Ja. De tandjes zijn ook wel goed, daar heb ik al wel gezien. Ja. Mooi aan het kwispelen. Ja. Eerste keer bij de dierenarts. Hij is wel flink hoor, voor een dwergkees. Maar dat komt denk ik omdat hij enige was. Ja, het is ja, heel veel melk. Het is vaak wel iets groter, ja. Inderdaad. Ilo was ze? Zijn ze het? Shut up. Zijn 700 gram al. Dat is echt veel. Hij blijft wel rustig. Ja, dat is een reutje. Dat is een reutje. Hij is nu 6,5 weken ongeveer. We hebben expres ietsjes langer gewacht voor de inenting. Maar hij is wel een grote jongen, dus dat. Chippy ook. Ja.
Ja, Chipiep moet natuurlijk ook, hè? En dan is het eerste inenting en dan op 9 weken, of tenminste over 3 weken, is het tweede inenting. Ja. Chippen. Ja. Dat klopt. En dan op 12 weken leeftijd nog een keertje. De rabies. Of de cocktail. Dan kan ook de rabies geven, maar dan ook de cocktail. Oh, ook cocktail. Dus ja. Er wordt 3 keer gegeven dan de cocktail. Ja. En waar geef je dan? Nobivak of Eurekan? Nobivak. Ja. Heel leuk, oké. Even eerst de injectie als een iets kleiner naald en dan inderdaad, de chip, ja, als de een iets chip. Groter, hè? Dat weten we. Zo. Oh. Dit is die pijntje. Goed hoor. Ja, nu zijn ze nog rustig, eerste keer. Ja. Tot je plip in je paardenstrakko, ja, kijk of staat het erbij. Maar zij pas wat doen na kras. Nee, lepiej nie patrzę, ona się otworzyła. No, lepiej nie patrzę. Друзья, мы уже вышли из ветеринарной клиники. Я опять сижу в машине, наш совладелец уезжает уже с Марсиком. Все хорошо, поставили ему чип, сделали прививку, послушали сердечко, он здоровый, все хорошо. Мы там разговаривали на голландском языке, я думаю, что напишу просто вам субтитры русские, чтобы вы понимали, о чем мы разговаривали с врачом. Всем пока!